Сотрудники ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали в Симферополе двух человек, которые занимались незаконным сбытом запрещенных веществ. Они привозили наркотики из других регионов государства и распространяли их по республике с помощью закладок. Наркоторговцами оказались два человека. Девушку из Украины 1998 года рождения задержали возле одного из симферопольских торговых центров. Студента из Симферополя 1996 года у него же дома. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что молодые люди покупали наркотики через интернет, а затем с помощью закладок распространяли их. При обыске правоохранители обнаружили и конфисковали N-метилэфедрон, также известный как соль в особо крупном размере. Килограмм вещества, которого бы хватило на 2000 доз, был замаскирован под спортивное питание. Теперь юным наркоторговцам может грозить до пожизненного лишения свободы за покушение незаконного сбыта запрещенных веществ группой лиц в особо крупном размере. Кем работал? Закладчиком, только в больших партиях. Ну, просто оставлял, кто-то разобирал, распределил. А, ну, дропером это называется, то есть получал груз на себя. Ну, ты понимаешь, что тебе грозит? Да, понимаю, за что задержали.